Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега и очень много подписчиков. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. Ну а мы будем начинать. Раз, два, три. Выиграй, сильнейший. Смотрите, сколько нас. Первый раз мы записываем таким количеством людей. Это просто не форспид отдыхает в сторонке. А, вот так, да, значит. Я, как всегда, наверное, буду первый ехать. Да, буду. Говно меня подрезал кто-то. Белая машинка. Есть, желтый первый. Ах ты засранец, быстро все, давайте догоняйте. Согласись, да, опыт вождения у меня какой, по сравнению с вами. Хотя ехал я сзади. Давай, давай, догоняйте. А я лечу на всех парах. Димас, стой, булочку забери. Я буду от первого лица гонять. Вообще на изично. Это изи гонка. В принципе, давайте я их подожду. Так будет интереснее. Давай, догоняй, сынок. Все равно обгоню. Так. Все, не трогай. Еду аккуратно, никого не трогаю. Серега, какой у тебя цвет? У меня зеленый. Я рядом. Зря вы с пробелом входите в поворот. Хорошо. Я не хотел! Я тебя обгоню! Не сможешь! Да, я всех, давай и тебя скину! Всех, кого я догоняю, я всех уничтожаю! Ах ты хитрый жук! Давай, погоди! Давай! Да! Люблю Гаррис Мод за то, что можно в нем сделать! Да все, что хочешь! Почти все! Так представь, сколько у нас людей играет, вообще четко все идет! Димас, а красной машины срезает! А, ну пусть срезает! А, можно? Нет. Я ж не знаю, как он срезает. А, он спрыгивает ниже туда, да? Да. Ну пусть. Мы все равно его сделаем. Там дальше нельзя будет, там заборы будут стоять. Если человек не может, нечестная гонка пусть будет. Все равно мы сделаем. Правильно, Серега? Да. Честный гонщик всегда сделает нечестного. И наоборот. Серега, ты что, вырываешься вперед, что ли? Ну да, я впереди всех еду. Перди, давай. Вот, мой красный пердеж, нюхайте. Я его объезжаю. Так, нормально. Плохо нельзя немножко обогнать. Да, машина как-то ограниченная в скорости. А вот и забор вряд ли теперь смогут. Да, вот теперь здесь уже сокращать они не смогут. Серега, мы с тобой самые опытные всегда, да, в гонках? Едем первые. Почти всегда. Почти. Было, что на грузовиках я затупил немножко. Забор начался. Да, пацаны, вы уже тут не сократите. Давай, газуй, Серега. Ну подожди, пожалуйста. Ну чуть-чуть. Жалко, да? Давай. Ой, Димаса вижу. Димас, нет! Погоню. Я до финиша почти доехал. Он срезал. Ах ты хитрюга. А я правильно еду? Димас, я почти до финиша доехал. А, я вижу. А кто там? Димас, читер. Я знаю, ты тоже Димас так делал. Читер. Так я тебя жду. Раз, два, три. Погнали. Я буду аккуратно ехать. Прощай. Что? На тебе. А надо было мне броневик взять. Есть броневик, ты который... в этой машине. Да. Ах ты кабак. А чё, я псижишь. Хорошая тачка. А я на вот этой безбашенной машине еду. Мне нравится эта машина, она реально крутецкая. А это чё у него за говно? Тут без... Эй, ты чё делаешь? Меня так просто не убить. Иди в жопу, щенок. Главное вовремя завернуть. Блин, тут что не сократил? Надо было и мне сокращать. Да что, я уже плохо разучился ездить, что ли? Меня не догони. Блин, значит, я себе взял медленную машину все-таки. А у меня машина вообще укатилась. Чуть не упал. Блин, в дерево врезался, говнище.
А я, походу, первым еду. Да так нечестно. Я уже на финише. Так подождали, жлобы. Потягаемся мы с ним. До свидания, щенок. Маска далеко. Ах ты жлоб. Подрезала меня. Я у финиша. Ничего, ничего. Мы сейчас поборемся за последнее место с ним еще. Ну, Серега хитрый, он срезал. Ну да. А я тут, нет, тут это, до меня еще, оказывается, люди приехали. Пропусти, я, жлоб. Я пятое место, что ли? Да, наконец-то я вырвался. Так, ты, Серега, третий приехал, тот четвертый там. Я, короче, первый, пацан второй, Серега третий и другой пацан. Дима срезал. Нет, нет. Не догонишь? Да блин, едь сюда. Моя гонка, нет. Я победитель. Блин, я взял конченую машину. Ого, вас тут сколько. Дима, ты куда перекопался? Хорошо, давайте еще раз на своих машинах. Раз, два, три. Выиграет сильнейший. Выиграет. Масло, давай еще. Ах ты, челебиздрик, сокращают все. Это гонки, скорее всего, на обман. Ай, Дима, стреляй. Отвалите. Бессмертие, Серёга. Прощай, Дима. Бессмертие же включено. Прощайте, сынки. Ах ты, жлоб. А, это ты по мне там стреляешь? Да. А, я тут застрял. Ладно, все, я выбрался. Фух. Ах ты засранец. Это гонки на убийство. Ах ты говнюк. Давай машинку. Давай. Ты мне колесо пробил. Да ладно, тут так можно, что ли? Ай. Ля-ля-ля, еду на броневике первый. Кто меня обгонит? Давай, никто. Давай. Ай, блин. Тут заборы пошли. Красавчик. Красавчик, все. А, да что она скользит, не скользит. А что это за звук такой? Кто-то на истребителе, жлоб! Так нечестно! Я слежу за вами. А, понял. Летающая камера, давай. Я слежу за вами. Вот это я притопил на нем. Кто-то первый приехал. Да ладно, ну конечно. Там кто-то срезал много раз, я уже. Я тоже срезал много. Все срезали, походу. Кто-то мою машинку взял. Да, я второй приехал. Я четвертый. Эй-эй-эй, election, ух ты! Раз, готов. Два, три. Готовы. Эй! Димас, я все равно быстрее, чем ты. Да вы чё? Что это за битва такая стрёмная? Кто это по мне стреляет, а? Челик на танк. Я сейчас ему танк, блин, взорву, знаете. Гелик сможет, я знаю. Так срезать можно, можно. Давайте срежем. Эй, кто-то ж ко мне застрял. Да кто со мной едет? Не знаю. Одинаковая машина? Да, синяя. Это... Понятно. А мы едем все тихонечко. Не за первый, второй я еду. Я первый еду. Там кто-то второй едет рядом со мной. А кто-то уже срезал на этой, на Ладе. Кто едет? Кто-то на Лабарджини. Я вижу кого-то на синей машине. Я на гелике втапливаю. Я первый. У-ху. О, кто на тон? Я... Ого, танк! Серега, я тебя обгоню. Я первый. А, ё-моё, гелик, ну что ж ты такой, как велик? Серега сопротивлялся. Ой. Побить не шатов. Блин, мне танк, блин, покорёжили, конечно же. Теперь у тебя гусеница сбита.
У меня не то, что гусеница, у меня двигатель горит. Ага. Не, ну хочешь, я поменяю сейчас танк, окей, ладно. О, другое дело совсем. Да ну, Дима, стоять! Отомщу тебе за то, что не, ты... Не-не-не-не-не, я сваливаю! Куда сваливаешь? Стой, бандит, стрелять буду. Я как раз первый поехал, опа, она кто-то в синий ездит. Димас, Серег. Нормально, валим. Предупреждаю вас, это, берегитесь, там истребитель. О, Димас сзади меня. Да нормально, еле вырулил. Вот такое, немножко управляемость, тяжеловато. Это я приехал. Как вы вообще едете, что я вас не видел? Димас, какой ты, четвертый? Да-да. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайк ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!